Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Симутин Максим, я представляю компанию MIGOV24, и сегодня у нас на видеообзоре светодиодная кольцевая лампа для снятия прямых эфиров. Вот так вот она упакована в такой вот коробочке, сзади просто белая коробочка. Давайте посмотрим внутри, что там за устройство. Это идет держатель для самого телефона с мягкими подушечками. Так вот раздвигается любой телефон, никакой инструкции больше здесь нету. Вот пустая коробочка, давайте посмотрим, как он это работает. Так, распрямим его. Вот это, в общем, держатель для стола. Здесь тоже мягкие подушечки, то есть стол не будет поврежденный. Давайте вставим держатель для телефона. Вот так вот он вставляется, закручивается. И вот сама лампа. Блок управления лампами. Смотрите, здесь идет кнопка включения-выключения. Сейчас мы ее включим, посмотрим. Кнопка включения-выключения, вот так вот она включается. Увеличение, уменьшение яркости и три режима света. Смотрите, вот сейчас вот я поменьше делаю, вот так вот, можно побольше. И три режима. Это светодиодное свечение, вот теплый, светлый и теплый, холодный. И все режимы также уменьшаются, увеличиваются. Это специальная лампа для прямых эфиров. А вообще сейчас все, что связано с блогами, ведение прямых эфиров в Инстаграме, в Ютубе, даже ВКонтакте, это очень актуальная тема, поэтому прошу вас обратить на это внимание. Выставляйте на своих площадках, продавайте, зарабатывайте. На этом мой обзор подходит к концу. Я вам всем желаю удачи. Всем пока.